подарки для твоего мобильного. Звони 0836. Всем добрый день. Ну, не знаю, можете верить или не верить сегодня, но самое веселое шоу начинается. Тотальное шоу вместе с вами и группа «Руки вверх!» Танцуем. За 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, я взрослая уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, я взрослая уже. Ты сегодня взрослей. Спасибо за танцевальную поддержку. Спасибо, мужчины. Наблюдатели, зрители. Ой, посмотрите, я вот этого, да. Вот этого звезду Солеру это видел, кстати, на звезде танцпола. Да, это он? Безумный Макс. Сегодня 1 апреля, значит, настроение подобающее. Спасибо, стрит-джазу. Ну и ваши любимые ведущие, те, которые сегодня сделают все настроение в этой студии. Ну,
Надеемся. Стрижаз мы видели, музыкантов мы видели, песню послушали. По каким принципам мы можем знать, что вы действительно группа «Руки вверх»? По Потехину. Он у нас один, единственный и неповторимый. А вот скажи, у тебя же бывает иногда тяжелое состояние, может быть, с утра, может быть, даже вечером оно начинается. Вот как ты приходишь точно в тот зал, где выступает группа «Руки вверх», как ты отличаешь группу «Руки вверх» от всех остальных? Я? Если подумать, что это группа «Руки вверх», то мне кажется, я утром проснулся, у меня глюк. Да. И часто это бывает? Я стараюсь. Каждый день смотреть. А известно ли вам, друзья, что эту программу представляет iFree? Вообще, кто-нибудь в курсе здесь? Это важно. Да, с помощью iFree вы можете быть ближе к нашим звездам. На номер 4445 вы можете сбрасывать вопросы с ваших мобильных телефонов. А прямо сейчас еще одна нетленка, нелюбимая. То есть я могу уйти со сцены? Это не про тебя, прости. Окей. Thank you.
вами великие и ужасные, бессмертные, группа «Руки вверх», Серега и Алексей. Привет! И Алёха. Мы рады, что вы пришли к нам именно 1 апреля. Спасибо большое. Неужели, что, кстати, сегодня на вечер запланировано? Какие-нибудь подушки-пердушки, может быть, кому-нибудь? Ну, у нас обычно мы на гастроли посылаемся друг к другу. Ну, то есть там говорим, что нужно вылетать. Человек едет в аэропорт, долго стоит с сумками, ждет. Вот, бедный. Вот Леша на себе это испытал однажды. Парни, у вас сейчас жизнь буквально забурлила, как всегда, перед летними каникулами школьными, студенческими. Вы, как всегда, готовы к сезону. У вас готовится альбом, первый клип уже снят. Что дальше? Ну, мы на самом деле ждем лета. Уже все так затянулось. Надеемся, что, начиная вот с сегодняшнего дня, будет жара. Просто уже, во всяком случае, уж точно в Москве. Девчонки и мальчишки сдадут хорошо экзамены. Сессии всевозможные. Вот. А мы уже подготовим... Отправиться к морю и тут. Вот, из каждой палатки. Из каждого кафешечки. Это мы обещаем, да. Уже практически альбом записан. Сейчас хочется его правильно подать. Поэтому решили... мы давно ничего не выпускали. Вот сейчас решили сначала один клип, потом еще целых два. Это все до лета еще. А потом уже все как итог хорошее летнее настроение. По поводу клипа хотелось узнать. Там реальный такой сюжет. Разбиваются машины. ЗИЛ-130 носится по улицам. Наверное, какие-нибудь крутые продюсеры, режиссеры «Ночного дозора» как минимум трудились над роликом. Ну вот, да, Миронова и вот мы трудились над всем этим, если честно. Лёг, твой ЗИЛ разбили, да? Твой ЗИЛ, да? Так громко хлопают девчонки. ЗИЛ не слышит. ЗИЛ мой, да. Он на нем на рыбалку ездит. Мне очень интересно еще поговорить про про ваше видео, но в то же время нужно просто позарез посмотреть сейчас видеоклип группы Люда Крис, который называется «Нам One Spot». Смотрим. Очень смешно. Вот такой вот черный гротеск. Эй, люди Земли, внимание, спот number one, то есть площадка номер один здесь, потому что вы смотрите сейчас нам в глаза. Это значит, что самое мощное, неповторимое, живое супершоу, тотальное шоу в эфире MTV. Да, у тебя со скоростью речитатива все нормально, чувак. Потому что я Black Brother, если что. У нас группа «Руки вверх» в гостях. Все еще мы продолжаем общаться. Все здесь еще. Йоу. Парни, как и положено чернокожим музыкантам, вы занимаетесь продюсерством, помимо своего собственного исполнения, своего собственного творчества. Расскажите, мы просто загорали. Мы не черные музыканты. Кого напродюсировали за последний год? Ашер, Лимп Бизкит. Тимберлейк. Точно. Точно. Почему вы не занимаетесь девушками? Ведь у вас был прекрасный опыт работы с акулой. Нет, опыт хороший, на самом деле. Опыт сын ошибок трудных, вот, и там еще гений там какой-то. Если честно, Оксанка сейчас в Америке, набирается языка, потому что, надеюсь, будет что-то еще англоязычное. Вот, наверное, там живет в последнее время. Вот, что касается работы вообще с девчонками, просто трудно. Потому что, наверное, хочется на нее взвалить так же все, как и на мужчину, а нельзя. И в результате вот эти силы рассчитать достаточно трудно. Да ладно, мужчина, сейчас я докажу, что работать с девчонками легко. Девчонки, аплодисменты, пожалуйста. Еще громче. Видишь, легко работать с девчонками все-таки. Девчонки, вы супер. Аплодисменты громче, потому что сейчас «Руки вверх» будут петь на сцене тотального шоу. Будете петь? Нет, у тебя собаки, по-моему, дома нет, наверное. Вот. Тебе не на ком это все. Я с вами продолжаю еще петь работать. Будем. Вы аплодируете? Петь аплодируете? Будем. Больше, на громче, просим, девчонки, и потому что парни уже свежий новый хит «Отель». В темной комнате отель, тихо, как всегда, не уснешь в чужой постели. Будешь ждать меня до утра, до утра. В темной комнате отеля только ты и я. Принесите два коктейля в номер 22, как всегда. 22. We'll be right back.
темной комнате отеля. Тихо, как всегда, не уснешь в чужой постели. Будешь ждать меня до утра. До утра. В темной комнате отеля только ты и я. Принесите два коктейля в номер 22, как всегда. 22. Пассажиров, вылетающих рейсом 725 во Владивосток. Ваш рейс задерживается до 6 часов утра по московскому времени. О точном времени вылета вам будет объявлено дополнительно. На рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3. В темной комнате отеля тихо, как всегда, не уснешь чужой. Будешь ждать меня до утра. До утра. В темной комнате отеля только ты и я. Принесите два коктейля в номер 22, как всегда. 22. Парни, спасибо большое. Это 1 апреля, это группа «Руки вверх», тотальное шоу. Мы с вами прощаемся.